Я рад приветствовать созидающих на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Hope. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами зачистили первую половину подземелья, и теперь нам необходимо спуститься во вторую половину, чтобы полностью запустить механизм. Ну что ж, приступим. Я вижу, здесь можно активировать. В итоге мы сюда куда-то прилетим. Ага, ага. Ага. Дело ясное. Что дело темное? Жух-жух-жух, да? Понятно. Но я там могу, видите, подкрутить. О-о-о. Поглядим в эти бескрайние острова. Откуда они простираются, непонятно. Висим ли мы в воздухе или так устроена наша планета, непонятно. Насладиться этим можно. Так, давайте-ка мы сюда. Тут у вас ничего нет, мистер Чупальца. Ну там мы пройти не можем. Давайте двигать. Я думаю... А, нам надо вначале энергию, да? Источник энергии поставить сюда. Источник энергии мы где-то видели, куб. Он где-то здесь наверху, да, был? Вот здесь, по-моему, наверху был куб. Вот он стоит. Его надо скинуть. Для... Ой, простите. Для того, чтобы его скинуть, нам надо будет повернуть... А, пустить. Это опускает. Понял. А ты что делаешь? Ага, в ту сторону поворачивает. А потом в ту. А потом в ту. Он так постоянно кататься, да, теперь будет? Воу! А сюда-то мне зачем? Блин, я бы хотел бы... Мне туда надо, дальше. Как там попасть туда к вам? Ну сюда вот. На этот вот участок. Это мне надо как-то заразу убить. А там, смотрите, лежит энергия. Еще один кусочек. Нам тоже она нужна. Мы должны тут все очистить. Иначе мы ни до чего не доберемся, я правда... Может быть, если я залезу с той стороны, я попаду в этот же подземелье водяное, да? Только с обратной, получается, стороны, с другой, с другого конца, можно сказать. Я точно открыть не могу здесь. Дальше. Да будет энергия. А.
Вон оно как, я понял. Я понял. Так, ладно, бежим обратно. Нам надо успеть. Это не просто так, нам надо успеть. Так, давай, да телепортируйся. Блин, я кнопочку перепутал. Я... Ладно, сейчас. Нажимаем. Это даже подписано РБ. А теперь надо бежать. Все. О, как хорошо. А наверху там какая-то башня прям сарумановская. Вот, пожалуйста, и спуск вниз. Сейчас получается, мы вот как раз... Как раз, наверное, с другой стороны зайдем. Шикарно, блин. Это просто обалдеть, как круто. Так, смотрите, нужен источник энергии. Куча дронов. Так, давайте спустимся, посмотрим, что здесь. О. А тут, вы знаете, совсем другое место. О, я хочу туда. А, вот же проход. Только не говори, что нет. Да как нет-то? А куда тогда он ведет? Какое бесполезное место меня он тащит? О, здесь была драка. О, здоровякус. Здоровяку скажи мяку, сойди-ка сюда. Пойдешь? Да вот прям сюда. Пускай тебя ядом окатит. Так, вначале... Вау, да тут все три элиточки. По шарабасам ему, конечно. Давай, накажи. Бенч. Нет? Да! Вот так вот. Гол как сокол. Эй. Давай еще раз. Офигеть, а у меня что там, щит какой-то, что ли? Меня вроде попали, но я вообще здоровье не потерял. О, а ты теперь потерял. Пополним. Thank you.
Падай! Так, здесь наверняка должна быть какая-то просто нычка. Здесь не просто так же это место. Здесь я думал... А, вот здесь что-то можно передвигать. Я просто думал, здесь может быть какая-то нычка, которая позволит мне... долезть до какого-то места. Мы тут можем электричество отключить. Зачем? А, нет. Это проход открывает. Обходную. На будущее, видать. А, нет, это источник энергии. Ха-ха! Ля-ля. Забираем. Вау. И тебя приволокли. Да. Давай. Только ты и я. Мой удар против твоего колеса. Пенч. Твое колесо ничто. Пенч. Пенч, пенч, пенч. Паса. Вот это я понимаю. Тащили. Так, теперь нам надо вставить, да, я так понимаю. Еще, кстати, один лифт, походу, к нам приедет, да, или нет? Или это один такой лифт? Шестеренки под один лифт. Ну, под один вроде. Лесенка заработала. Шикарно. Так, мне теперь надо подумать, как мне сюда вот зайти. Эй, друг, как мне тебе попасть? А, через верх я и увидел. Через верх там, вверху. Есть такая же трещина. Так, надо пробраться как-то наверх. Как? Через верх, как? Тебе же сказали, что-то непонятно, что. По краешку, может, как-то тут так, типа. Ну, протиснись, его не против. Да нет, что вы, проходить. Да, протиснемся, я тебе сказал, пес. Так, это походу... Тихо, давайте спрыгнем. Там я видел лестницу. А как же мне к ней попасть? Значит, будет это с другой стороны. То есть с той, да? С внутренней. С внутренней как-то стороны. Так, давайте посмотрим. Это та интересная локация, в которой мы уже были. О, привет. Хочешь подраться? Давай. Всех убью! Эй! Тут наверняка есть какой-то, знаете, типа крупный, наверное, какой-нибудь голем. Там снизу тоже ходят, типа. Наверняка есть какой-то крупный, такой мощный, опасный, такой же защитник. Так, ладно, давайте жмакнем. А то что-то мы тут лазим и никак не долезем, да, я так смотрю. Активирую. О, шагоход. Друг любезный. Кати меня. А там, смотрите, вот. Смотрите, там тоже голем стоит. Он наблюдал, как я убивал его подчиненных, или кто бы они ни были для него. Туда вниз пройти не могу. Тебе нравилось, что ты видел? Так, тихо. А-а-а. Даже так. Я умер, да? Я там вдруг упал. Я думал, что я смогу до него достать. Ну, то есть там есть такой выступ небольшой. Я думал, смогу до него достать. Может, получится с ним даже поговорить. Да блин, почему ты не прыгаешь? Прыгай. Он не хочет с края прыгать. Нет, я не достаю. Видите, стоит, наблюдает. Ладно. Не достаю, так не достаю. Полезли. Трансформер, cover me the eye. Так. А, сюда просто. Понял.
Robot in the Sky. Рыба, ты тут? Тут, наверное, какая-то сверхгигантская рыба какая-нибудь плавает, такая, типа, как кашалот. Да-да, так себе, изичная. Тут, наверное, и сверхгигантская. Так, мне говорят, надо идти вниз. Но мы, естественно, пойдем направо. Мы не верим тому, чему на... что нам говорят. Так. Оп. Да ну. И что, типа, это просто так? Ну хорошо. Ох, мне эти тупики необычные. Я вижу, вижу тебя. Я тебя вижу. А ты меня? Походу и ты меня видел. Так, удерживать ЛБ. Вот так. Так это блокировка, да, суперская? Походу. Со всей силы. Так, платформа может двигаться. Прожимаем. Отлично. Все-таки как все идеально строили. Вот посмотрите, какие пазы. Даже зазоров не видно, да? Покруче, чем египетские пирамиды. Воу, воу, парень, нет, ну, ты же бьешь пол, который строили твои предки. Иди, успокойся. Весь пол нам тут поцарапал. Ах ты. Вернись! Воу-воу, накручивает! Ты посмотри! Я тебя накручу сейчас. Бигуди. Какая длинная дорожка. Так, подождите, а слева там что? Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Как я мог это не заметить? Воу. Что тут у вас? Есть что взять? Вы не против, я поищу? Все понял. Нет. Я вернулся обратно. Это сейчас мне опять надо круг наворачивать. Вы что? Так, подожди, а может быть здесь проход есть? Так, ну-ка, ну-ка. Так я раньше мог сюда пройти, получается. Выходит, что так. Выходит, что так. А могу я сюда... Тихо! На трубу встать. На трубу. Тихо. На трубу. Подай мне энергию, мой друг. Твоя жизненная сила будет теперь теплиться в моем теле. Спасибо. Вот и третья ячеечка. Шикарно. Так, ну нам только правда теперь придется круг наворачивать. Мы же там не вернемся. Ну что-то нет, могу что-то тут я сотворить. Но опять же, я ж вниз-то не спущусь теперь. Походу. Или спущусь. У-у-у, я баду-баду. Не, все нормально. А, может быть теперь энергия у меня... Не. Я думал, может быть у меня энергия теперь как щит используется, а оказывается нет. На. Давай мне фабашечку. Потому что в некоторых моментах я вижу, что меня бьют, и хп вроде как не теряется. Ну, или мне может кажется, что меня бьют. Тогда теперь я уже сомневаюсь. Конкретно сомневаюсь. Офигеть.
Офигеть, и куда мне надо? Сюда? Я ж не допрыгну. Я маленький. В итоге мне, значит, все-таки туда надо. Ну, вниз я явно не спущусь. Я разобьюсь просто. Правильно же? Правильно. Выходит, что мне обратно? Мне все-таки, значит, туда надо было идти, куда я и шел. Так, давайте-ка налево. Шагоход же. Шагоход же, ё-моё. Мы же путь, получается, открыли. Мы подняли платформу, шагоход теперь может ходить. Все. Я сопоставил все данные, которые я увидел, когда лазил там наверху. Ну, когда я за ништяком энергией полез. Что да, мы открыли же платформу, подняли ее. Ё-моё. Платформа теперь наша. Шагоход может ходить. О, тихо, ходунчик, постой-ка тут. Ты видишь то же, что и я? Вижу, только ты прыгать не можешь с меня. Нет, могу. Я заберу ваши деньги. Это усилитель какой? А нет, деньги. Я думал, офигеть, какой-то новый усилитель, который зеленым светится. Обычно он золотистым. Поехали, дорогой. До центра за двадцатку. Так, подожди. Тут же было это место, да, где надо было сесть. А, ну да. Что-то я не помню, чтоб мы арку проходили. Вот, тебе тут надо сесть. О, вот и мегабосс. Типа бам-бам, пройдешь нас, будешь жить. О, зря. А, это такой. Ух ты, говно. Даришь супер сверх сильной атакой. Да, ё-моё, да прыгай давай тогда уже. А, я могу же вот таким образом. Хо-хо-хо, так это же ты лично. Он убил меня? А ну, у меня же вроде было фул хп, разве нет? Я ж там отпился вроде еще с того типа. Ну не фул хп, может там одного-две ячейки не хватало. Чё-то я не понял, короче. Ну ладно. Ладно, бежим. Не будем выпендриваться. Странно. Но мне казалось, что мне пару ячеек всего здоровья не хватало. И я не думал, что такой удар сильный. Стой, ничего не разглядеть, да цепить сюда. Отвратительнейший парень ты, зря меня в прошлый раз обидел. Я тебе так скажу. Оу! А я думал, хотел сказать ему удачи! Я выкинул тебя? Походу да. Тогда удачи. Да, походу даже очков прибавили. Хоть он упал куда-то вообще, в небытие. Так, осмотримся. А
Вообще очень интересное подземелье. Ага, с той стороны, значит. Здесь отрава. Походу, вот мы спускаемся как раз вот туда, в эту пакость. В мир пакости. Эх, какая гадость. Так, вот погодь, погодь. Погодь мне тут спорами своими травить. Успею? А нужно ли? Во-во-во-во, полегче, ну! К вам люди пришли, ведите себя культурно. Привет, здравствуйте, не хотите чаю? Вот что надо говорить. Всему учить надо, ну что за бестолочи? Понарождаются, эволюционируют, потом говорят, что типа, мы верх эволюции. Мы самое прогрессивное, что есть в вашей жизни, поганы. Ведь врут ведь. Ведь. Сейчас воду, наверное, впустим. Так и есть. Поплаваем. Вау! Вау! А классно придумано, смотрите, да? Даже чувствуется, вам просто не подтечение появилось. Молодцы. Я всегда удивляюсь таким простым вещам. Вот знаете, но реально это вот... Когда проработка до мелочей, это всегда приятно. Ты думаешь, как удивительно, что люди об этом даже подумали. Ага, вон я тебя вижу. Ты скоро будешь моим. Моим. Моей прелести. Откроем на всякий случай. Какое-то приключение братьев Марио у меня. По сантехническим трубам тут лазим. Но у нас приключения это покруче, конечно. Марио бы обзавидовался. Уже бы себе ногти бы, наверное, до локтя просто искусал от зависти. Воу. Все понял. Видимо, понял, да не до конца, да? Во, фига себе, ты запрыгнул, вы видели? Так не каждый умеет. Я слышу нашего друга. Он зовет нас. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он. Спаситель. Так, а мне как? Как мне ты, дружок? Мне-то как? Ну, наверное, как-то вот так. Ну, так и есть, так и есть. Скромоту всю погонь поуничтожаем. Мочи! Познать всю боль. Да, мы сделали это. Отбей пятюню. Даже никакого подарочка тут не оставили. Ну ладно, очистка. Что за фигня? А, багануло. Ну ладно. Очистка этой местности, этих прекрасных руин от этой вот непонятной вот твари, это уже награда. А, он меня зовет вон туда. Подожди, подожди, друг. Давай вначале здесь осмотримся. Я все понимаю, но потом сюда возвращаться-то не сильно хочется. Хотя я думаю, что, наверное, эту локацию придется заново исследовать. Потому что, ну уж здесь много, столько всего припрятано. Я уверен. Ага, вон там тоже, да?
что закрыто. Это придется еще раз ее полностью проходить от начала до конца, чтобы полностью посмотреть. Уж больно здесь много мест, куда хотелось бы попасть. Я бегу! Дождись меня! Так, ну тут ничего, ладно, бежим. Ага, здесь была битва у нас кровавая. Помню, помню. Так, сюда зайдем. Что здесь? Здесь ничего, как и в прошлый раз. Веди меня, веди. Ярким дождем. Ночью и днем. Так, куда ты ведешь ты меня, ведешь? Куда ты меня ведешь, ведешь? Скажи мне. Так, подожди, давай посмотрим. Да, две добыли. Получается, деньги нашли. Нашли еще. Сердце. Тут сердце же было, я видел. Но может не конкретно в этом подземелье. Значит, еще где-то две какие-то штуки были. То есть были две деньги еще. Но я думаю, может быть, и усиление даже было. Уезжаем отсюда, уезжаем. Походу, в другие части и с другими ништяками можно добраться только сугубо из другого прохода. Куда мы, в принципе, наверное, сейчас и отправимся, потому что дело не доделано, прям. Чувствую, я чувствую. Тем более, сейчас мы можем прыгать, тут везде заразы нет, как я понимаю. Заразу мы все очистили. Оу-е-е. Теперь как-то мы, походу, можем добираться. Но нам надо в центр. В центре стоит механизм. Дверь вот эта тоже еще не открыта. Открывай, Потапович. Воу. Рыба-то прям тут тусит. Я чуть прям на рыбу не прыгнул. Я седлал. Конька-горбунька этого. Так, давайте-ка мы сходим наверх. Осмотримся, кстати, тут везде. Можно посмотреть теперь все. Потому что у нас заразы теперь нигде нет, бояться нечего. Животные будут жить спокойно. Да и мы с вами. Так, а теперь я просто, наверное, смогу добраться, да, до этого места. Ну, я так предполагаю, потому что заразы-то нет. Пипец. Думал, успею крутануть, отвернуться. Нет. Вот зараза, она прям чувствует, где я. Прям чует. Почуй-ка вот это. Подожди, куда ты? Пипец. И сразу жуки здесь поселились. Не успели место освободить, уже жуки живут. Мне надо сюда залезть, в центр. Как туда попасть? А, наверное, понял все. Наверное, через этот переход, да? Да, походу так. А, придется обратно наверх. Убежали. Через телепорт. Ну, через эти прыжковые площадки. Через них перепрыгнем.
ничтожество. Так тут теперь везде лестницы даже есть, оказывается. Так это мы должны сейчас центральник. Подожди, а сюда-то когда попасть? Там что-то везде шипы и капец какой-то. Так, ладно, давай-ка сходим. Уже не сходим. Ладно, давай жать тогда центр. Выхода у нас другого нет. Запускаем. Запускаем. Понял все. Воу, у меня воронку. Убегай! Тебя перемолят. По каким-то трубам тут катает. Вон оно чё. Давай на три. Опа! Воду пустили. Ага, две точки нам он указал. Теперь, кстати, наверняка будут работать вот эти вот шлюзы, которые мы тогда в прошлый раз открыть не смогли. Где тут еще второй-то был? Вот он. Нет, не здесь. Вот. Ну, вполне возможно. А может быть, и нет. Кто его знает. Да, мы молодцы. Целую локацию очистили. Прям вообще, прям почистую. Только тут непонятно, может, здесь что-то еще припрятано. Пока не ясненько. Вообще, очень интересно, как добраться до сердца. Там рыба, она мне постоянно мешает. А, и до энергии можно было дойти. Окей. Ну, до энергии, наверное, я сам добегу. За кадром. Да, наверное, посмотрю, может быть, и сердце вытащу. Чтобы туда уже не возвращаться нам в ту локацию. Ну, если там будет что-то интересное, то, естественно, я это покажу на видео. Если нет, ну, может, это просто обыденное место. Надеюсь, вам понравилось это видео, дорогие друзья. Было очень клево. Очистили целую локацию. Прочистили целое подземелье, и оно реально было гигантское, и все такое, все запутанное, все в этих трубах, везде вода, ботинки промокшие, носочки с трусиками тоже, блин, не знаю, что теперь делать, запасные не брал, придется сушиться. А как раз к следующей серии я уже подсохну. Надеюсь, вам понравилось, если это так, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментировать видео, поделиться с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте на группу ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно, не забывайте. Ну и жмакайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!